Воздушный праздник накануне юбилея Нижнего Новгорода продолжается. 25 разноцветных аэростатов каждый день поднимаются в небо над территорией Стрелки. С высоты птичьего полета можно увидеть набережные, собор Александра Невского, Волгу, Аку и часть Бора. Свободный полет длится от 30 до 90 минут. Это зависит от силы и направления ветра. Ранним утром около 5 часов утра пилоты и зрители уже ждут начала Приволжской фиесты, чтобы встретить рассвет на Волге. Вечером перед закатом можно увидеть зрелищное ночное освещение. У нижегородцев и гостей города есть еще возможность насладиться красивыми полетами до 20 августа включительно.